Привет всем моим друзьям, коллегам и гостям. На этом видео снята стая цихлид из озера Танганьика, принцесса Бурунди. Они живут большими стаями и в больших аквариумах. Очень интересная рыбка. Нарастится она в стае. И вся стая ухаживает за потомством, независимо от возраста. Это одна из таких вот редких рыб, которая так себя ведет во время нереста. Ну, в этом видео нерест не показан. Показано просто оформление аквариума, оптимальное. Вот в таких условиях она будет жить и размножаться. Не требует никаких особенных забот. Ну, единственное, что объем аквариума должен быть достаточный. Не менее 200 литров. Растение должно быть как можно меньше, но больше всяких камней разных размеров и разных конфигураций. Вот тогда это будет интересно.